4-2 Niner. Line uniform, Republican Guard, break. Это о них говорил отец. Призраки. И кто-то все же посмел бросить им вызов. Так, здравствуйте, уважаемые зрители, мой позывной спаун 48, и сейчас я хочу вместе с вами немного взглянуть на новую игру в серии Call of Duty Ghosts. Значит, это самое начало, так что, думаю, спойлеров тут особо не будет. Ну, сейчас на максималке у меня сейчас выдается, значит, я снимаю на 30 кадрах. В принципе, выглядит, ну... достаточно все же похоже на предыдущую все части. Значит, да, даже и компьютерский. Думаю, движок тут не поменяли вообще практически никоим образом. Что мы дальше имеем? Ресурсы жрутся по полной. На самом... Ух, йоу. Прям война-война. Значит... ресурсы потребления. Помп у меня сейчас на 50 градусах работает внутри. Плюс ко всему, у меня из 8 моих несчастных гигов живет 7. Ресурсов потребления у игры, я скажу, ну, на мой взгляд, несколько не соответствует тому, что мы видим. Потому что у того же BF4 или Арма 3 у меня потребление ресурсов идет в разы ниже. Значит, ну, кинематографичность, ну, пока еще не особо видно. Сейчас надо дальше посмотреть, сейчас надо будет только предыстории показывать не хочу, я просто хочу... оценить, скажем так, быстрым взглядом, таким, что тут вообще происходит в игре, что это как выглядит. Я потому что в Call of Duty давно уже не играл, как бы, после, наверное, третьей части Modern Warfare, которая мне очень не понравилась, на самом деле. Ожидал большего, поэтому это, в общем-то, я тоже... не особо. Ух как. Понял вас, Мозли. Отслеживаю сигнал от холодного выстрела. Эй, Бейкер, а вот и наш транспорт. Идем туда. Пэллоуд, это диспетчер Одина. Мы готовы к приему. Диспетчер Одина, мы отправляемся инструктировать новую команду. Вас понял. Мы готовим шлюз С. Шаттл приступает к стыковке. Пэллоуд, 10 метров. Итак. Ну, United States Air Force. Не, ну, в принципе, достаточно так... прикольно выглядит. Значит, разрисовочка моя на самом деле будет небольшая, я тут недолго поиграю, минут 5, думаю, максимум. Думаю, оно хватит, чтобы как бы немного оценить игру, стоит ли в нее играть, нет. Ну, начало пока какое-то непонятное. Война войной. Тут прикольно. Наверное, это злобный какой-нибудь русский спецназ. Я на самом деле не знаю, про что игра. Даже не читал до этого. Пару трейлеров только видел. И, в общем-то, все. Ух ты. У нас, я чувствую, будет стрельба в невесомости. Да. Такого я еще лично не видел. Диспетчер Одина. Один переходит в боевой режим. Это не учение. Нельзя позволить им захватить Один. Диспетчер Одина. Отряд Федерации в отсеке экипажа. На корме. Ну, я думаю, все равно вот этот персонаж, он, как всегда, умрет. Потому что я уже привык, что в серии Call of Duty большая часть населения, точнее, персонажи, за которых ты играешь, дохнет только в момент. Феникс. Захват. Наведение Хьюстон. Захват. Наведение Майами. Захват.
объекта безопасная зона близко. Живо туда. Запуск через 10 секунд. Команде бери. Ходи, открыл огонь. Клевенько. Безопасную зону. За мной! В Один загружаются координаты целей. Диспетчер, у нас критическая ситуация. Бейкер, нужно жениться! Дистанционного подрыва. Принято, Мосли. Расчет. Подрыв. Так вот. Значит, станция Филадельфия уничтожена. Ну, привычно, с Commodore Conquer, достаточно похожая задумка. Здесь даже скорее АНП, я бы сказал, такой аналог. Вот так вот. Ну да, скорее всего, персонаж сейчас упадет в атмосферу и умрет, и вообще. Она бы уже, вот, по-моему, глаза выжгла себе, потому что солнцезащитный пузырек у нее откинут. А солнце у нас, по-моему, как раз на нас и светит. О, исправил недостаток. Принято, Мосли. Наведение зарядов 3 и 4 Одина отменено. Они живы, интересно, что... Оу, да, по ним можно стрелять. Наведение. Даже есть какой-то звук. Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Чикаго, Вашингтон. Хотя, на мой взгляд, как бы звук-то вообще... Я, конечно, не специалист. На 23 градуса, левый борт или корму. Но дистанционное управление не работает. 23 градуса. Мы поспорим эту банку в океане. Да расстрелять их к чертям, что это нельзя, что ли? Чё тыкать, давайте, рассказывайте. Помоги открыть эту штуку! Поджигайте топливопровод системы ДУ! Мне вот только интересно, а вообще, я не специально опять же в вакууме отстрел стрелять. А это прям какой-то тот самый, гравитация там. 15 градусов. 23 градуса. Вот так, теперь он точно войдет в атмосферу. Сейчас нас еще антенны как жах. Кира! А, это вот. Мы потеряли связь с командой диспетчерской Одина. Повторяю, потеряна связь с диспетчерской. Да, мы все дружно умерли. Сейчас сгорим в атмосфере. Приятная смерть. Ну что ж, в принципе, начало бодренькое на самом деле. Что мы из этого получим, непонятно. Ладно. В общем-то, мое мнение, ну... Думаю, проходной шутерок такой получится. О, неплохой. Всякая терраформация, природное оружие и прочие какие-то жули. Прям 2012, да, по-моему, там, фильмец назывался. А, что ж, на этом, наверное, даже все и закончу. Это небольшое мое мнение как, по этой игре. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем удачной игры, кто это купил, скачал, украл, я там, не знаю. Лично я признаю, что я не покупал, я честно позаимствовал. Для ознакомительных целей. Все, всем спасибо. До свидания. Чем игра закончится, не знаю, чуть попозже. Все, всем счастливо. Так, небольшой после титровый апдейт. Поиграв уже вот практически почти уровень. Собачка наша. Короче, это Израиль, апокалипсис. Но с управлением вообще беда бедой. То есть мышь не слушается абсолютно, на самом деле. То есть, может быть, это, конечно, косяк пиратки, я не знаю. Но реально, как настройки не меняй, либо мышь слишком дергается, либо она еле елозит. То есть, я не знаю, в чем проблема может быть, но это так, на всякий случай. Вот, то есть она еле едет, и в тот же момент буквально сразу же вырывается из рук, скажем так. И апдейт номер 2, судя по этой игре, АК-12 нынче в трейде, судя по Battlefield, и, в общем-то, теперь уже и Call of Duty. Но, как видно, что с западным апдейтом, то бишь, с этим. Апдейт 2 закончен. Приятного окончания просмотра.